В затруднительном положении оказались рыбаки Тырауской области. Промысловые предприятия не могут освоить осенний лимит по вылову рыбы. На сегодня он составил всего 10% от разрешенного объема. Причиной тому стали обмеления водоемов. Райхан Тажибаева расскажет. С рассвета до полудня и с пустыми сетями. Такая картина все больше становится привычной. Еще 3 года назад рыболовные суда сдавали улов тоннами. Сейчас едва набирают 50 килограммов. За 50 километров от берега отплываем, а рыбы все равно почти нет. Улов не оправдывает даже транспортные расходы. К тому же мелководье. И отшвартоваться от берега проблематично. Из-за мелководья даже на маленькой лодке проплыть сложно. Приходится разгребать, толкать. Да и рыба здесь не задержится, потому что воды практически нет. В этом году в регионе квоты на вылов рыбы в осенний период установлены. На реке Урал 4200 тонн, по Каспийскому морю 7200 тонн. Однако 20 местных кооперативов едва могли освоить 10% лимита. Лодки выходят в море, приезжают с уловом. Объемы, конечно, не те, что были раньше. Рыбы мало, но она не мелкая. В основном это карп, жерех и камбала. Исправить ситуацию, говорят специалисты, помогут дноуглубительные работы и зарыбление водоемов области. Только тогда удастся сохранить рыбные запасы и вернуть прежние объемы уловов. Райхан Тажибаева, Сламбек Шигыр, Айбек Байзаков, Атырау, Хабар 24.